Российский актер театра, кино и дубляжа Валентин Голубенко скончался в возрасте 82 лет. Об этом стало известно во вторник, 24 октября. Артист скончался еще 2 октября, не дожив всего 6 дней до своего 83-летия. Месяц назад в Москве актера экстренно госпитализировали. Врачи установили, что у него дисциркуляторная энцефалопатия, прогрессирующее многоочаговое поражение мозга. Валентин Голубенко родился 8 октября 1940 года в Днепропетровске. С театром он познакомился, когда случайно попал на репетицию драмкружка, а в 1961 году окончил Харьковский театральный институт. После учебы стал актером Севастопольского театра Черноморского флота. В 1968 году ушел работать в труппу Центрального театра Советской армии. Актера приметили кинематографисты. В 1960-х годах Валентин начал играть в кино небольшие роли бандитов и разбойников. Но прославили его такие фильмы, как «Мастер и Маргарита», «Кин-дза-дза», «Гардемарины», «Вперед», «Трудно быть богом», «Антикиллер». Снимался он и в сериалах, например, «Есенин и кухня». В 2002 году стал заслуженным артистом России. Также являлся актером озвучки и стал голосом Джона Коффи из «Зеленой мили».